боимся до самого асфальта это соскребать, потому что пробовали уже. Жильцы некоторые жалуются, что как бы боятся, что повредим этот асфальт. Тротуар выше проезжей части на 15 сантиметров, но этой разницы даже незаметна из-за наката. Поэтому о порче асфальта вопрос не стоит. На повестке дня другое. Такие глубокие колеи, как во дворе на Новгородской 37, нужно убирать однозначно, заявляют власти. Вторят им и местные жители. Скользко. Не всегда у нашего подъезда, вот у этих подъездов чисто, а у нашего подъезда не всегда. Очень беспокоит уборка дворов, очень даже. Да, колейность, все это снег, вот тает, начнет и вообще не пройти будет. Представитель управляющей компании «Бывалого» с претензиями согласен. Мы проезд этот чистили неоднократно, то есть сейчас просто растаивать, когда снег оттаивает, ну как бы опускаться естественно по этим колеям. Так что это все как бы приведем в порядок. Сейчас начинают, вот у нас до этого это два дня было морозиво. Ну понятно, ничего. Там бесполезно бывает. Поэтому да, сейчас мы вот, все запланировано у нас, мы график вам предоставили. По графику УК «Бывалого» будет расчищать по 3-4 двора ежедневно. Но одни дворники уже не справятся, нужно привлекать спецтехнику. Эту необходимость городские власти обсуждают с руководством управляющих компаний уже сейчас. Вернуться к теме и летом, когда организации будут готовиться к следующему сезону, чтобы не допустить повторения ситуации. Необходимо заключать им договора на приобретение либо своей техники, либо на оказание услуг, именно на привлечение техники для уборки дворовых территорий, чтобы и облегчить несколько работу дворников, да, и все-таки обеспечивать наиболее качественную уборку дворовых территорий, чтобы к весне не было вот того наката, который образовался сейчас. Самая нужная техника для борьбы с колейностью – трактор с передним отвалом. Машина стоимостью в несколько миллионов рублей доступна не всем. Сейчас в собственности УК есть 19 подобных тракторов. Еще порядка 40 в найме. Прибегать к помощи тяжелой техники активнее руководству УК придется в любом случае по всему городу, заявляют власти. Колеи – это общая проблема. Во дворах Вологодской управляющей компании на улице Применина та же беда. Надо, чтобы посмотрели и по уборке проездов, чтобы с проездов убрать, иначе такая колейность уже образовалась, что жители просто скоро не смогут на парковку себе подъехать. Будем сегодня убирать. На устранение замечаний в осмотренных сегодня дворах городские власти дали управляющим компаниям сутки. На остальных территориях с колейностью и накатом необходимо справиться в течение недели. Контролирует комиссия также и вывоз снега из дворов. К примеру, УК «Бывалого» сегодня отчиталась. Вывозит на полигон по 300 тонн снежной каши ежемесячно. А вот по поводу двора еще одной компании УК «Комфорт» скорее всего будет составлен протокол. Сегодня комиссия заметила на одной из территорий большие кучи невывезенного снега. А представители организации, которые могли бы пояснить ситуацию, на встрече по непонятным причинам не оказалось. Екатерина Шабалова, Михаил Протасов, Вологда Портал.